Так, значит, идет Олимп 005 стерео. Последний выдох радиоэлектронной промышленности СССР. Дистанционное управление. Сейчас я ищу старую запись 60-х годов, песня под названием «Малый Браун». Почему же, почему все ругают тут меня? Просто подбежи, что в уроке поступи. Сейчас у него живо болит. Вот так! Вот так! Вот так! Дневником учителя задвига подлетел, а в дневник написал его, братишка заболел. Малый Браун, Малый Браун, все это Браун, все тот же Браун. Посадки приведи, накажем ведь тебя. Почему же, почему все ругают тут меня? Зона нападения, чтобы не было положения вне игры. Шайба сейчас в нашей зоне защиты. Она у Виктора Якушева. Якушев идет вперед на большой скорости на месте центрального нападающего, перемещается на место правого крайнего, забегается к воротам, бросок издалека по воротам. Нет, шайба не идет. Ворота, защитники перехватывают. Очень стремительно проходил сейчас чехословацкий. Надвинутый свисток. В зоне защиты нашей команды. Следует сбрасывание, шайба разыграна, бросок поворотом издалека. Но нет, это без прицела. Бросок и шайба пока по-прежнему в нашей зоне защиты. Атакуют чехословацкие хоккеисты. Шайба Бубника. Бубник падает, теряет шайбу. Вот уже наши спортсмены устремились вперед. Шайба сейчас у Волка. Волка идет вперед, проходит зону защиты чехословацкой команды, но раздается свисток. Там было положение вне игры. И сейчас произойдет сбрасывание. Сбрасывание в нашей зоне защиты. 4-0 в пользу Олимпийской. Вторая минута второго периода. Шайба в нашей зоне защиты. Наши спортсмены разыгрывают. Виталий Давыдов отдает шайбу вперед. Петру Якушеву. Якушев успеет передачу. Нет, не успевает передачи. И шайбу подхватывает здесь защитник Цикл. Цикл продвигается позади собственных ворот. Но вот на помощь приходит Якушев, на помощь своим партнерам. Якушев забирает шайбу, откидывает назад в расчете на защитника Виктора Кузькина. Но Кузькин не успевает к этой передаче. И шайба приходит в нашу зону защиты. Кузькин подхватывает шайбу, пытается снова организовать атаку из глубины из своей зоны защиты. Под среднюю зону, там борьба за шайбу. Шайба у Фирсова. Фирсов теряет ее тут же, но на помощь подоспел. Здесь уже Альметов вышел. Смена состава прямо на ходу. Тренеры не останавливаются. Сейчас опасное положение, бросок поворотом. Это бросает чехословацкий нападающий Вальцев. Почему же, почему все ругают тут меня? Сборник от урока подбежи, на каждом уроке он стоит. Так, чтоб мне вовсе позвонить. Вот как! Вот как! Вот так! Дневникам учителям, как книга подлетел, а в дневник написал его, братишка заболел. Малый Браун, Малый Браун, все это Браун, все тот же Браун. Фантастик, приведи, накажем мы тебя. Почему же, почему все ругают тут меня? Фантастик, приведи, жалить не перестань. Я рогаткой окна школы завтра разобью. Скажем мы оттуда, тебе же попадет. Кто другому яму копает, тот сам в нее попадает. Унесут себя в звездную даль, чтобы не знала ты встречи со скукою.
звонкою радостью гнала печаль. Если сумею я, как я люблю тебя тысячу раз, тысячу раз, тысячу раз. Ледоход, ледолом, по мерзлой земле, белым рублем, за белым металлом, за синим углем, за синим углем, не за длинным рублем. Нам карт не мусолить и ночи без сна. По нашей буссоли приходит весна, а каша без соли пуста и пасна, и наша совесть чиста и честна, а каша без соли пуста и пасна, и наша совесть чиста и честна. А если тебе не пишу я с пути, не слишком родная, об этом грусти. На кой тебе черт получать от меня обманные вести вчерашнего дня? На кой тебе черт получать от меня обманные вести вчерашнего дня? Промозглой мгле ледоход, ледолом, по мерзлой земле мы идем за теплом, за белым металлом, за синим углем, за синим углем, не за длинным рублем, за белым металлом, за синим углем, за синим углем, не за длинным рублем. Помнишь, шли машины, машины на запад, горизонт догорает зорница, каннонада, дым пожаришь над седой землей, начиная жить, как в самой века шли. По дорогам шли, по дорогам трудные дни. Помнишь, эшелоны стучали к востоку, целина полыхала кострами, звездопады ливнем над разбуженной землей, продолжая жить. Комсомольцы века шли по дорогам трудных дней. Верю, нам придется шагать по планетам, раздвигая огни горизонтов, мы не дрогнем,
по неведомым путям пройдем, утверждая жизнь, комсомольцы века, к звездам далеким, звездам далеким держат путь. Далеким, к звездам далеким держат путь. Он стал комсомольцем вчера, влекут его в юге полярных широт, но Арктика покорена, и нет недостигнутых горных высот, и даже в цвету зелена, и даже в цвету целина. Не знает мальчишка, что делать сейчас, хоть сделать бы много ему. Вздыхает мальчишка, выходит у нас, нет славных и трудных дорог, нет славных и трудных дорог. Мальчишка забыл, что не время тужить, ему позавидуем мы. Сумеет и землю он в сад превратить, и он долетит до луны, и он долетит до луны. Когда комсомольское сердце в груди, и ты не боишься тревог, не нужно грустить, много ждет впереди, и славных, и трудных дорог, и славных, и трудных дорог. Толем Милославским многие из вас, конечно, хорошо знакомы. 2 года тому назад инженер-строитель Анатолий Милославский впервые пришел к нам в студию вот с песней, которую вы сейчас слышали, «Вихрастый мальчишка», о саксофоне. Пожалуйста. В нашем доме каждый знает Петю, вслед ему смеются даже дети. Есть у Пети страсть на целом свете, одна, только одна, только одна. Вечерами он берет свой саксофон, и целый дом не спит, потом волнуется наш дом. Когда он это хочет, несется и закон, но каждый день до полночи играет саксофон.